четверг утром в Алматы на пересечении улиц Сатпаева и Желтоксан было совершено разбойное нападение на сотрудников туристической компании Travel Express. В двоих коллег стреляли неизвестные люди, когда те садились в автомобиль Toyota Caldina. Нападавшие тяжело ранили одного, второй от полученных ран скончался на месте. По неофициальным данным, преступники пытались заполучить 10 миллионов тенге, которые были при сотрудниках. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 96, часть 2 «Убийство». В ДВД Алматы создана оперативно-следственная группа из опытных сотрудников для установления лиц, причастных к преступлению. По словам очевидцев, неизвестные стреляли по меньшей мере 5-6 раз. Полиция ищет молодых людей ориентировочно азиатской национальности. Компании, которые занимаются реализацией авиа- и железнодорожных билетов, пока воздерживаются от комментариев. Раненый сотрудник Travel Express госпитализирован в 4-ю городскую больницу. Врачи сделали ему операцию. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое. Его жизни угрожает опасность. Пуля попала в грудную клетку и в бедро. Потерял много крови. Обе пули извлекли. Сейчас он в реанимации. Состояние тяжелое. Полиция не разглашает имена погибшего и раненого сотрудников. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и задержания преступников.